Ребят, всем привет. Ну что, у меня тут немножко находки сегодня. Вот. Начнем, пожалуй, вот с этого. Короче, ну, такая. Аффинаж, конечно же, особо никакой ценности не представляет. Вот, сейчас мы ее сразу снимем, штуку эту. Вот, все выкинем и вот эту на аффинаж все пустим. Вот. Дальше у нас будет интереснее. Сюда. Наушников парочку нашел. Смотрите, вот такие есть. Ну, такие какие-то MS-200. Вроде так сделано ничего, но вообще давайте посмотрим, работают ли. У меня вот здесь вот есть плеер мой, разряжен, заряжен, непонятно, где-то еще один был, а вон он, тот точно заряжен, вот он, у меня есть плеер хороший от Sony, и он точно рабочий. Громкость на всю. Ничего не работает пока. Так, а давайте мои подключим для проверочки, идет музыка или нет. Сейчас вот так, мои уже проверены. Слышите, да? А эти не работают. Ну, скорее всего, где-то вот здесь вот кабель перегнулся, перетерся. Вот, но это видно, вообще-то, знаете, вот сразу видно, что это какой-то китайский ширпотреб. У нас вот еще одни есть, какие-то тоже, ну, это вроде типа геймеровские, но тут уже вот эти вот сами уши облазить начали. Не знаю, работают, нет, сейчас посмотрим. Да, это геймеровские с двумя пинами. Здесь вот зеленый пинчик, давайте включим. Но эти работают. Да, эти работают обе. Вот, единственное, что вот эта вот вся эта шняга начала облазить. Ее то ли вообще надо полностью ободрать, то ли не знаю, что еще сделать. Здесь вот есть какое-то панель управления. А это, наверное, микрофон. Он off. И громкость здесь регулируется. Ну, в общем, вот такие. Ну, вот эти наушники оставим. Посмотрю, что с ними сделать еще. Вот. А эти... Ну, эти выкину, потому как они, хотя да, вот так вот складываются все, но они беспонтовые, они просто беспонтовые. Вот эти вот подушечки, не знаю, оставить или нет. Да нет, они тут сидят крепко. Ладно, выкину их нафиг и все. Итак, выключаем. Сегодня у нас есть разные находки, есть хай-фай, а есть и электроника такая, fine electronic, то есть телефончики. Ну, по порядочку, все по порядочку. Значит, смотрите, вот он нашел, следующая находка, нашел такой Denver. Это у нас планшет. Оп. Так, в перчатках, возможно, не будет работать. Сейчас вообще попробуем. Да, у него тач не работает. Можно забыть. Вот, ну, в общем, видите, все переворачивается, все нормально, но вот, сработал. То есть, видимо, работает, но плохо работает. Вот, ну, в принципе, понятно все. Довольно-таки старенький.
уже планшет Denver, тем более фирма такая, что не особо прикольно. Вот такие найдены два два яблочка вот таких. Один вот такой грязный и разбитый напрочь, ну как дисплей у него разбитый нафиг. Вот здесь у него внутренности, батарея вроде бы как бы все на месте, вот, но не знаю. А тут наоборот, дисплей вроде бы как бы и целый, да, а внутренности нету. То есть не знаю, попробовать из них один собрать получится, не знаю, или получится или нет, не знаю. Но в общем вот такие две находки интересные. Два айфона. Так вот. В принципе, даже скорее всего одинаковые. Я думаю, что их на запчасти может только как-то пустить. И то, кому они нужны, неизвестно. Ладно. Тоже убираем. Вот, находка такая непонятная. Нужная или ненужная, неизвестно. А дальше у нас находочка. Это у нас. А вот она у меня под вот этим полотенцем. Как вы думаете, что это? А это у нас, хопа, хай-фай. Ребят, вот такой грюндик вы, наверное, еще, блин, не видели. Или кто-то, если видел раньше, то давно уже не видел таких. Самое интересное, что он работает. Вот смотрите, стартую. Опа-ля. Кассета крутится. Индикаторы шевелятся, пауза нажимаю, работает, стоп, оп, и перемотка, перемотка работает не очень, да, в эту сторону нормально идет, а в эту слабовато. Ну, я думаю, что этот прибор, наверное, стоял несколько лет, или много лет где-то, и, скорее всего, его нужно просто разработать немножко. Ну вот такая вот, это у нас стереорекордер. Кстати, он сам не играет, да? То есть у него не предусмотрены динамики. И он работает чисто как приставочка. То есть его нужно подсоединять к усилителю. Видите, да? SN200, нет, SN820 грюндик. Ну вот, в принципе, все по нему понятно. Поставим его сюда. Дальше у нас еще один хай-фай. Вы сильно не убегайте, ребят. Кто вот, любители или не любители хай-фая, потому что сейчас еще будут у нас ноутбуки. Так что вы далеко не теряйтесь. Так, здесь вот где-то у меня есть такой вот блок питания. Не знаю, на сколько вольт. 12 вольт. Это нехорошо, потому что здесь вот это, кстати, тоже Siemens RK670. Дело в том, что этот вот аппарат, он работает от 5 вольт, и желательно, конечно же, 5 вольт его и подсоединить. А вот где их взять, это вопрос. Где их взять? Так, здесь у нас что? Здесь у нас, сейчас посмотрим. Что у нас? Нет, это у нас совершенно не то. Я извиняюсь, ребятки, за задержку. Хочется его включить. Но вот так вот под рукой просто нету зарядки для него. Ну ладно, мы это сделаем потом. Значит, что у него? У него, я так понимаю, все в комплекте. Вот у него вот так ручечка. У него здесь антенна. Радио. Ну и так далее, и так далее. Давайте посмотрим.
отдел для батареек тоже хороший, в принципе, не закисленный никакой, нет, все нормально. Вот. Вы знаете, реально такой вот аппарат реально еще продать, ну, где-то до полтинника за него можно получить. Хорошая находка, как и грюндик тоже. Поэтому мы его так вот поставим. Сейчас мне придется отключить камеру. Нет, сейчас я покажу вам сначала другое. Вот так вот. Значит, с одного из компьютеров была вот такая вот снята оперативочка. Это у нас все DDR2 и по 2 гигабайта. DDR2 по 2 гигабайта, 4 гига здесь, 4,8. Ну, в общем, тоже зачетно, потому что DDR2. Есть еще компьютеры с DDR2 и такие планки очень даже хорошо пригодятся. Так, мне сейчас нужно камеру повернуть, и вы кое-что увидите еще. Опаля. Видите вот эта штука? Сейчас я вам покажу поближе. Вот такой аппарат найден. Dual 505-2. Смотрите, ремень порван. В остальном все нормально, работает, включается. Короче, слышно, как там мотор гудит. Ну, в общем, зачетно. И главное, что все в комплекте есть. Очень даже прикольно. Вот. Дальше у нас, ну, в принципе, понятно, да, тоже. Особо на ней останавливаться не будем. Мы ее, скорее всего, проверим тогда, когда на нее будет куплен ремень. Тогда мы поставим пластиночку, послушаем и так далее, да. Вот, а сейчас поставлю все на место и вот так вот воткну назад кабель питания, а то у меня камера практически разряжена. Все воткну. Сейчас мы уберем. И сейчас я вам целую кучу покажу вещей. Вот. Я покажу целую кучу, но расскажу только об одной из них, потому что они все одинаковые. Смотрите, ребят, Lenovo. Еще три. Вот. Если кто-то сомневается и думает, что я показываю одно и то же, то я вам сейчас опять придется мне камеру отсоединить. Сейчас я вам покажу. Смотрите, это вот сегодня, а до этого вот и вот. То есть вот так вот. Какой-то такой был урожайная такая неделя Lenovo. Вот, ну и мне вот так вот повезло. Что у нас? Итак, что это за Lenovo у нас? Это у нас все три от T540P. Вот. Включать не включаются, потому что у всех разряжены батареи. И вот так вот выглядят они сзади. То есть здесь не хватает крышечки, не хватает здесь оперативной памяти вообще. И не хватает жесткого диска. Придется все это докупать, подкупать и так далее. Вот. Ну, то, что я показываю не одно и то же, вы уже убедились, да? То есть я вам показал, что это свежачок, так называемый. Свежачок. Вот. Но, ребята, хочу вам заметить, за исключением некоторых, все уже куплено. Но это происходит очень быстро, поэтому не обессудьте. Не куплено у меня, ну, буквально, допустим, не куплено еще вот эта вещь.
Вот этот Acer. Вот. Его еще не купили. Тоже на i5. Вот. Но для него еще я не нашел крышечку. Крышечку вот эту вот. То есть будем искать, будем смотреть, будем когда-нибудь запускать его и восстанавливать. Возможно, на радостях. Возможно, на радостях, если все у меня с ним получится. Здесь почему я немножко скептически отношусь, потому что здесь еще вот нужен адаптер вот такой. Я бы вообще-то с удовольствием бы этот компьютер сделал, восстановил и разыграл среди вас. Вот, ну посмотрим. Все равно у нас розыгрыш по-любому просто напрашивается уже, да? Вот, поэтому сейчас будем думать. Поэтому, ребята, кто еще не подписался, подписывайтесь. Розыгрыш, для розыгрыша нужна ваша подписка. Также подписывайтесь на мой второй канал, который называется Houseplatz Монеты. Там тоже розыгрыши, там тоже все, нужна подписка и все. Ну и как всегда, все, значит, условия нужно выполнить, и тогда будет участие. Вот, что еще у меня сегодня? Мне кажется, у меня сегодня больше уже ничего нету. Я, по-моему, все показал. Поэтому что, будем заканчивать. Будем с вами до свиданькаться. Всем вам удачи и до следующего видео. Подписывайтесь.